Знаменитая Аркадийская ротонда была построена в 60-х годах прошлого века. В ней снимали эпизоды сразу двух художественных фильмов «Дежавю» и «Приморский бульвар». Но теперь ее время, похоже, истекло. Этот объект, построенный в 1965 году по проекту архитектора Гольденберга, когда-то был изюминкой Аркадии. Теперь знаменитая ротонда выглядит совсем иначе. Строение, которое в последние несколько лет служило в качестве площадки для ночных клубов, практически полностью разобрали. Местные жители недовольны таким поворотом событий. Я и с внуком приходила сюда, он бегал туда наверх. Вот. Там люди дышали воздухом нормально. Вы что? Что-то сделали. Хотя состояние, в котором пребывал объект в последнее время, явно требовало ремонта, говорят одесситы. Он был в таком состоянии, этот объект, что его давно было пора, по-моему, перестроить. На паспорте объекта изображения нового строения пока нет. В одесском ГАСКе заявляют, застройщик не получал разрешения на изменение облика ротонды и начал строительные работы незаконно. Это уже является самочинным будивництвом, самовольным строительством. И, соответственно, дальше мы уже совместно с инспекцией, уже в объеме их пока имеющихся полномочий, мы будем дальше принимать меры по закрытию строительства и приостановке его. Вручить предписание о запрете строительных работ лично в руки директору фирмы-застройщика у чиновников пока не получается. По месту регистрации предприятия никто не появляется. Застройщику грозит штраф в размере как минимум 129 тысяч гривен. Но пока работы по сносу ротонды продолжаются, и повлиять на строительную фирму никто не может. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думское ТВ.